Всем привет! С вами Спартакевич, и сегодня главная новость дня – это официальный выход прошивки iOS 5.0 для ваших любимых iOS-девайсов, как 3GS, 4 iPhone, 4S iPhone еще не имеет апдейта, так как он еще официально не поступил в продажу в магазины. Также iPad'ы, все первые Wi-Fi, 3G, iPad'ы все вторые, CDMA, GSM-овские и Wi-Fi версии. Также 3-й generation, 4-й generation iPod Touch с тачскрином. Вот и вся новость на сегодня. Подписывайтесь, оставляйте комменты и желательно вот так.